все дни весело очень проходили, но нам еще осталось много... Давайте пройдем опять шкуродерки. Нам всех религиозных мировоззрений. Самое веселое еще впереди. Есть с собой что-то. Можешь передать привет маме? Привет, мама. Ты никогда не увидишь это видео. А ты не видел видео с Сакева? А, кто-то выложил, я видел, да. Я думал еще, кто это. Когда там кто-то вылазил в самом начале. Это я был. А, я-то думал. Сок, у меня еще будет долго болтаться в торбе. Его кто-то все-таки захочет еще выпить. Писал? Нет. Ура, ура, мы не увидим этот фильм в ближайшие 3 месяца. Ты еще не увидел видео с Ярославля. Я видела видео с Ярославля. А ты не увидел фаер-шоу? Фаер-шоу? Когда ты выложишь фаер-шоу? Да я не могу все загрузить на YouTube. Катя, когда ты нам еще раз стриптиз танцуешь на шоу? Ну ты еще раз! Когда еще увидим это шоу? У тебя так хорошо получалось. Да. Но оно почему-то крутится. Кто? Не знаю. Шаст. Я крутится. Земля? Я просто не могу сказать. За системы. Шоколад по своему действию примерно 40 раз слабее по действию, чем героин. То есть если есть 40 шоколадок, это будет по действию как одна плитка героина. То есть шоколадки в 40 раз меньше серотонина, чем в героине. Ну, воздействие такое на мозг. Ну, примерно так, в концентрации. Я вернулся. Скати тост. Скати тост. Тебе как раз осталось. Ты знаешь, тут тост только... Ну, как раз для тебя. Нет, его много, кстати. Говори. Музыка такая еще зловещая прям. Да, вот именно так. И последний глоток. Да, именно. Тихо-тихо, давайте помолчим. Тихо-тихо-тихо. Наем. Не знаю, какой-нибудь страшный тост такой предложить. Не знаю. Аристарха пили. За вечное невозвращение. Давай мы не будем за это пить. Ты не хочешь выпить за великую теорию Ницше? Знаешь, нет. Не хочется как-то. За двуликую. За Маргариту. Вот, давай за Маргариту. Раз мы до нее не дошли, мы хотя бы за нее выпьем. Я. Я вас ненавижу. Вы так смотрите, как ты. Я тоже очень люблю. Как будто вы туда плюнули. Как будто мы предлагаем тебе тему диплома. Ты не понимаешь, что происходит вообще. О чем речь? Тема диплома? Страшнее, чем та, которую у меня вы не способны придумать. Мне так просто... Численное моделирование электровихревых течений в этих... постоянном магнитном поле. Здравствуйте. Ударился? Да, Костя ходы придумывает. Кружка и карандаш. Всегда иметь при себе. А собственно? Будет 20. 20? Будет. Будет. А да. Тебе сколько? У меня на пенсию уже, у меня 29. Еще 30 нет. Блин, черт. Я думал, это Саша всех. Опасная зона. Обрати внимание. Куда мы идем? Вон. Где что? Можно сторонку. А я хочу туда. Вас понял. На секунду. Слушай, я туда хочу залезть, только я не могу. Что делать? Можешь? Почему не можешь?
меня ноги короткие. Да? А... Женя, выключи свою чертову машинку с красным фонариком. Так пендель, давай тебе там пендели. Ой, бабочки. Ой, ой-ой-ой. Дай тебе там пендели. Женя, я тебе там пендели. Да, я не знаю, там здесь повиснуть. Смотри, на крайняк. Вот здесь вот есть на что наступить. Вот. Где? Вот. Чуть-чуть, еще, еще. Где там? Еще. Ты сдурел? Еще. Там нет ничего. Катя, где? Повернись лицом хотя бы. Слушай, я к тебе повернулась, лучше своей частью. Где? Чего? Вот камень, вот прям под это вот. Ногу. Смотри. Чувствуешь вот камень? Чувствую. Смотри. Вот он, брык. Вот, стой. Вот. Все. Ой, как ты клёво. Давай еще чуть-чуть вообще. Вот, все. А? Медаль заслужил. А вот теперь посмотри за, на тот камень, про который ты говорил. Да, вот. А, ни хрена себе! Вот этот товарищ, вот, нужно посовать его. Есть. Катя, твоя очередь. А можно в нос? Ты что хочешь, можешь. Катя, тебе его нужно посовать в губы. Раз ты уже не согласилась нам, дайте мне помаду. Показать стриптиз на шесте. Поэтому придется отсылать его в губы. А то он обидится, и ты никогда отсюда не выйдешь. Ты будешь вечно блуждать здесь в потемках. Женя! Давай. Все, запалили. Давай, целуй. Я ненавижу вас. Привет, Света, поцелуй. А? Он тебе как мужчина. Это дух сиян на самом деле. Если его не поцеловать, ничего с тобой не случится. Ничего с тобой не случится. Перецелуй. Настаиваем. Если ты его поцелуешь, ничего с тобой не случится. Да ладно, это ж не череп. Это ж не череп. Не знаю. Это череп прикольный был такой. Череп вообще торчит. Ну смотри вот так. Все. Прям молодчинка. Давай. Ты же не будешь? Я вижу вас. Ага. Верою единого Бога. А, Бог единого нету. Какие-то уроды зашли просто. Тут каждую картинку просто. Я здесь был где-то около недели назад. И даже недели назад этого не было. И вот это да. Вот изуродовое. Вот здесь тут тоже. Тут иконы все покоцали. Да, вот этого не было. Вот этих вот не было. Всего этого. Ё-моё. Вообще жесть. Но вот это больше всего убивает. Видишь что? Смотри. Так ощущение, что просто об камень. Причем, причем это держали вот так вот. Походило отсюда, пробивали. Просто здесь, видите, оттуда будто вот так вот идет. Вот. Угу. Вот видно, прям туда тоже загиб от. Бред какой-то. Зачем это делать было? Все, мы лучше тогда в движении хотя бы. Это крыша. Слушайте, а там обратно опять здесь ползти, да? Там же, обратно. Ой, камера сидит. Выключи свет. Сиди, сиди. И что, мне куда? Куда? Помещайся. А я туда не помещусь? Я в какой-то яме сижу вообще. Ты знаешь, я думаю, тебе удобнее всех. Просто я слышал, потому что там что-то было как-то странно с размещением. Не-не-не, все хорошо. Не-не-не-не-не. Я тут ноги вытянуть могу вообще во весь рост. Вася, выключи фонарики.
Фу, блин, песок в глаза. Да, вылез. Песок плохо. Лежим, покайфуем. Блин, я ты в свою камеру хоть что-то видишь сейчас? Да. Смотри, как видно. Блин, ты меня чуть нос не сломал. Покажи что-нибудь. Чё-нибудь покажи. Слава богу, что в темноте я этого не вижу. Чё ты делаешь, блин? Ну что ты... Выпустите меня отсюда. Давай не сейчас, а. Дай посмотреть. Ну нифига себе, там у кого-то там на стене. Мне интересно. Ну блин, ну что ты, ну прекрати, а. Для этого есть контакт. Для этого есть карман. Для потребностей. Мертвое тело ползет. Молодец какая. Залезла. Ага. Круто. Боже, ты меня рисует, как я сюда вылезу. Вылезешь. Разолезла, знаешь, что вылезешь. Fuck yeah. О. Свободно. Ага. Опять камера. У меня уже фобия разовьется. Правда. Какая. Скажи свою сакраментальную фразу. Какое? Что ты обо всем этом думаешь? Мне здесь нравится. Тогда лезь к нам. Эх. Ладно, можем дальше. Так. Эх, пора лезть. Подожди. Жизнь, подавлюсь и умру, тебе придется тащить мой труп. Где журнал выпишем и все? Буль-буль-буль-буль-буль. Через сколько шоколадеров ты хочешь, чтобы твой труп протащили? Где журнал здесь закопаем и журнал выпишем. Одновременно слабо ебить, не пародировать. Можешь, сейчас услышишь звук. Понял? Сурово. Спасибо, Костя. Конечно, хотел как можно еще больше вам показать, но не получилось, в силу обстоятельств. Катя, ты во всем виновата. И ребята, все трое тоже выпустились. Все в порядке. Никто не... Почему ты задерживаешь народ вечно? Почему ты опаздываешь все время? Все-таки я тебя стукну. На полтора часа. Почему ты все время за все забываешь? В основном не водой, а разбавляется хрен знает чем, и можно и клеем тоже, да, разбавить. Да водой она тоже разбавляется. Не, ну мы в основном ее разбавляем под клеем. Переход находится под видеонаблюдением. Какой нахрен видеонаблюдение? Вот видеонаблюдение. Вот оно, видеонаблюдение. Я тебе сейчас на голову буду песком в ботинок сыпать. Что проблем? Ой, а что здесь темно так? Ой, ты представляешь, там на вечер. А тебе что, в пещере было светло? Ну да, я уже переоделся. Пойдемте. Время 5 минут.